Всем привет, друзья! Маленький анонс по поводу этих галогенных ламп. Когда я в магазине покупал, и по видео предыдущим видно это, вот эти все места были как держаки, что ли, каркасные. Они все были изогнутые. Изогнутые так, что глазки этой стойки были как будто бы грустные, что ли. Что пришлось сделать мне? Я, придерживая вот эту штучку, как это называется, я даже не знаю. Ну, крепление, да, вот это крепление от общего винта, шурупа, вернее, я придерживал руками, совместно с, придерживая сам корпус лампы. Здесь подобрал ключик, по-моему, здесь на 10. Он, в принципе, ко всем креплениям подходит. Подобрал ключик и потихонечку открутил, придерживая. Соответственно, когда откручена гаечка, отложена с шайбочками отдельно на место, чтобы знать, что потом взять в этом же порядке. И вытаскиваю аккуратно. Вот. И после этого, уже держа в руках, опять же тем же ключиком, сейчас я с другой стороны покажу. Вот, этим же ключиком я здесь откручиваю, придерживаю в руках, и здесь. Откручиваю и аккуратно снимаю, после чего саму лампу, потому что она с проводом прикреплена, прикреплена к выпрямителю тока, я ее аккуратненько с проводом накрутил и повесил. Все. После беру плоскогубцы, две пары. Почему две пары? Потому что вручную это сложно сделать. Значит, я зажимаю в основании плоскогубцами металлическую пластинку здесь и выгибаю, соответственно, вот эту сторону. Соответственно, выгибаю все остальные. То есть мне нужно, чтобы четкие углы были. Углы вот этого... Сейчас я с другой стороны покажу. Лучше будет видно. Да, вот. Угол вот этого по отношению места крепления, где вот угол здесь и угол здесь. Это все углы должны быть практически ровные, то есть 90 градусов. Также и здесь. Выровнять так, чтобы это было 90 градусов. Опять же, очень усилие должно быть мягким. С помощью плоскогубцев это удается, потому что металл, все-таки есть металл, он может надломиться, если его сильно-сильно гнуть туда-сюда. Аккуратненько все это сделать. Без всяких молоточков, только плоскогубцы. Вот. С этой у меня все получилось. Даже заметьте, все углы для того, чтобы прикрепить, они совпали. И совпали параллели. А вот со второй лампой была сложность. При изготовлении, если вы заметили, здесь вмятина, здесь вмятина. Может, при транспортировке. Вот. Потом на этой вмятине есть. Вот здесь. И самые большие, это здесь вмятина. И до того была вмятина сделана здесь, что она аж вот этот элемент закрепки прогнула очень сильно в корпус. То есть работа лампы осталась, сохранилась. Вот он, аж видно этот изгиб по отношению к этому. А сложность соединения, даже выгнув ровно, как на предыдущей, в том же порядке, выгнув ровненько, она все равно не давала результат одинаковости совмещений.
А что я сделал? Я взял болтик, не винтик опять, винтик. Ну, болтик, правильно, болтик. Чуть-чуть подлиннее, с тем же самым диаметром, чуть-чуть подлиннее оригинала. И все, и за счет этой длины я смог также закрутить, как остальные, за счет этой длины, и сохранить его вот этот вот. Сейчас поближе покажу. Вот, видите, даже просвет остался. Сохранить его вот этот угол, который нам зрительно и по креплению дает правильную точку соприкосновения. Вот и все. И благодаря всему этому я спокойно, укрепив в обратном порядке эти две лампы, я спокойно теперь могу пользоваться уже четко. Тем более Лариса вчера мне сказала, когда мы распаковывали, что здесь что-то надо подровнять. Так вот, чтобы подровнять, надо было действительно целый процесс пройти. И все-таки немножечко сталкиваясь с ковкой, немножечко сталкиваясь с гнутьем металла, мне это удалось. Тем более металл мягкий сам по себе, и надо учитывать, что нужно с ним тоже относиться мягко. Ну вот такая зарисовка утренняя. Всем большое спасибо. Бай-бай. Я надеюсь, что это тем, кто с этим вдруг столкнется, это поможет. Всего доброго. Бай-бай.